Так, образ. Можно вас на минутку? Здравия желаю. Позвольте к вам обратиться. Был остановлен 10 минут назад вашим коллегой. Вот. Я остановился, он подошел ко мне, постоял минуту, невнятно. Невнятно, значит. Нет, ну это мои внутренние дела. Тем не менее, я хотел бы просто выяснить, для какой цели он остановил. Вот он поступил достаточно, мягко сказано, некрасиво и не по закону. Он остановил меня, пресек право на передвижение, да? Подошел ко мне, не представился, ни причину не обозначил. Для какой цели остановил? И покинул место. Я вот стою, да? Не поймете, что случилось. И что случилось? То ли ему документы нужны на транспортное средство, то ли я был остановлен ввиду того, что имеются признаки состава административного правонарушения. Вот. Я хотел бы, если вас не затруднит, позвать его. Я хочу с ним провести беседу. Спасибо большое. Дело в том, что я не понял причину основания, по которой вы меня остановили. Проверка документов. Проверка документов. Наступили основания, предусмотренные 106 пунктом 664 приказа. Полагаю, нет. Если вас не затруднит, не могли бы вы силу пункта 2.4 ПДД РФ служебное удостоверение в развернутом виде предъявить для полного ознакомления? По моему мнению, вы поступили не по закону, ограничили мое право на передвижение и не разъяснили причину, цель, основания. Не могли бы обложку поправить? Рахватзе Михаил Владимирович. Очень приятно, Михаил Владимирович. Я правильно понял? Вам необходимы были документы на транспортное средство и водительское удостоверение? Все правильно. Угу. А почему вы покинули место? Потому что был ответственный, я должен был уводить. А по этой причине, да? Да. Ответственный отъехал, я ждал вас около 7 минут. Я ждал, может ехать. А, могу ехать. А, вы знаете, дело в том, чтобы проверить документы, коль мы с вами, да, столкнулись, хочу довести до вас. Должны наступить основания, предусмотренные 106 пунктом. Но вы как должностное лицо знаете, я полагаю, вы соответствуете высокому статусу сотрудника правоохранительных органов. И вы понимаете, я себя... почувствовал достаточно такое впечатление, будто на меня ушак и дерьма вылили. Я вот еду из точки А в точку Б, правила дорожного движения Российской Федерации не нарушаю. Вы как должностное лицо наделены правом, да, я согласен, силу закона останавливать транспортные средства. Но тем не менее, ваши действия должны основываться на законе, как нас регламентирует 6-я статья закона о полиции номер 3. Вот. И покинули место, и при этом не принесли извинения. А говорите, что у меня ответственный, кто там старше. Интересы вашей службы не могут быть превыше моих прав и законных интересов. Под козырек прибор... Вы решили задержаться? Я хотел выяснить, да, я хотел выяснить, чтобы вы впредь не нарушали законодательство Российской Федерации. Я повторюсь, если вы считаете, что я что-то нарушил, либо вам необходимо проверить документы в дальнейшем, сведения, может быть, у меня штрафы не оплачены. Я документы передам, мне несложно. Я говорю о законности. Ну, несложно же было руку приложить к головному убору, принести извинения в силу 9 статьи закона о полиции и пожелать счастливого пути. Вопрос закрыт. Хвала и честь вам, понимаете, служите дальше. Вот. И я вот с этой целью, я вынужден был, да, подъехать.
Но если я, опять же, вот нарушил правила дорожного движения, сдал задом, но это у нас нельзя, насколько я понимаю, назвать стратегическим объектом, то привлеките меня к ответственности, тем не менее, чтобы оправдать уж остановку, да, дальнейшую. Возможно, вы скажете, уважаемый водитель, я не буду приносить вам извинения. Ну, чтобы тогда последуют другие с моей стороны действия в виде жалоб на имя вашего руководства. Вот все, что я хотел, собственно говоря, до вас довести. Я вас услышал. Озвучьте извинения все в 9 статье, я поеду дальше. Счастливого пути. А извинения за то, что ограничили право на передвижение и так поступили со мной. Как? Очень просто, в устной форме могу дать лист бумаги, можете письмо написать. Какой ущерб? И за ущерб чисто морально, я расстроен, я возмущен. Понимаете? Не расстраивайтесь так. Берегите нервы свои. Я берегу, вы знаете, силу своей работы и деятельности. Я предпочитаю на системную, чтобы, как говорит молодежь, системный блок не записывать. Уже бы сгорел. Я хладнокровно отношусь к своей работе с холодной головой. Как надо. Тем не менее, работа работает, но мы говорим о законности. И я повторюсь, мне очень было неприятно, что вы ушли, мне ничего не сказали. Сейчас мы можем ограничиться извинением, которое вы принесете в силу 9 статьи закона о полиции. Я поеду за ваш поступок. За какой поступок? За то, что вы ограничили мое право на передвижение конституционно, закреплено в статье 27. Проверка договорилась. Да, проверка не осуществилась. Это тогда что? Бездействие. Чтобы сейчас передать документы, должны наступить основания, предусмотренные 106 пунктом 664 приказа. Вот о том и речь. А основания-то не наступили. А конституционное право на передвижение было ограничено гражданином. Почему? Вот постоянно необходимо напоминать, а? Вот о законности. Вы должны же соответствовать высокому статусу сотрудника полиции. Но уже вот как, понимаете, как ездишь, объясняешь и вам, и вашим коллегам. Ну не ленитесь, почитайте закон о полиции, почитайте конституцию. Вы потянете знания и будете понимать, как, что, чего. Я между тем, я не конфликтный человек, я говорю о законности. И я считаю, что я в рамках закона также требую... Я не требую... Среди правонарушений восстановил проверку документов. Она осуществилась? Но, к сожалению, не успел. Почему? Потому что мне он вынужден был... Они вам нужны в дальнейшем документы? Давайте проверим. А они наступили основания? Не устранил правонарушение. Для этого останавливается транспортное средство. Это не является основанием. Вот что самое интересное. И поэтому я вам сообщил, что... Уже долго цитировать. Слушайте, я... Для этого я общаюсь с вами, с вашими коллегами. Вам нравится. Ну, понимаете, кто-то потихоньку, помаленьку должен систему менять, да, изнутри, снизу. Да, вы вот, говорили уже, я видел. Да, и... Вы одно и то же говорите. Всем. Почему одно и то же? Не знаю. Обстоятельства разные, машины разные, должностные лица разные. Это да, да. Реакция разная. Это уже не одно и то же. Хорошо. Понимаете, вы, наверное, имеете в виду о видеоматериалах, которые есть на видеоканале. Что такое, я вспомнил для вас. Да. Я знаю, у вас все в порядке, документы все есть. Так всегда все в порядке. Да, да, поэтому так, вы с нами спокойно общаетесь. Да, так я всегда спокойно общаюсь. Ну, так да. А вас не смущает, что там автомобиль, возможно, не мой, возможно, я его с области перегоняю. Вы проверили по базе? Конечно. Ну вот согласитесь, что ваши действия-то были основаны не на законе. Взмахнули жезлом, подошли, да просто вы узнали меня, развернулись и ушли. Остались на то, что у вас проверяющий пришел. А что мешало вернуться и сказать, уважаемый водитель, всего доброго? Я вернулся к вам. Вернулся я к вам. Я вот вынужден был сдать и выяснить. Я тот человек, который на полпути не бросает. Все, отлично, я тоже пришел к вам. Я же не ушел. Вы пришли только тогда, когда я попросил вашего коллегу. Я увидел вас здесь, и попросил его. Вам, да. И вас уже второй коллега звал, чтобы вы подошли и все-таки пообщались. Что вы не поняли, да, что вам уже пожелали счастливого пути. Я понял, да. Так что в силу 9 статьи, уважаемый водитель, приношу извинения за временное ограничение ваших прав на передвижение. Что-то потрачено ваше время? Естественно. Извиняюсь. Извинения приняты, но не тяжело же. Просто вы меня не поняли, где мы... Нет, я вас прекрасно понял. Всего доброго, не нарушайте законодательство. Пути.
До свидания. Да, как тяжело принести извинения.